Выбрала в жертву пенсионера. В Ярославле совершен дерзкий грабеж. Женщина цыганской внешности отобрала у пожилого человека кошелек с деньгами. Действовала довольно хитро. Подошла на улице к прохожему, рассказала о вымышленной денежной реформе. Тут же предложила обменять деньги на новые. Пенсионер поверил прохожей и пустил к себе домой. Когда злоумышленница увидела кошелек с деньгами, толкнула потерпевшего и забрала 386 тысяч рублей. Полиция действовала оперативно и поймала грабительницу на полицейском посту в Переславле. Деньги изъяты. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска на посту ДПС в Переславском районе была задержана автомашина, в которой находилась подозреваемая.